Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это продолжение моего выживания вместе с армией подписчиков на плоском мире. Давненько не было видосов по плоскому миру. И, честно говоря, сюда мы не заходили примерно месяц. Поэтому, чтобы вспоминать вообще, чего я добился и что я собирался делать, мне пришлось пересматривать свои видосы. В прошлой части я включил повышенную стадию. Если не ошибаюсь, то шестую. И теперь моей базе, как и, наверное, всей нашей деревне, угрожает огромная опасность. Поэтому надо что-то делать. И первым делом я буду заниматься турелями. Опять серия крафтов. Ладно, постараюсь поменьше крафтов в этой серии сделать, но это все-таки необходимо. Вот такая вот мне нужна турелька. Ничего сложного здесь нет. Для того, чтобы сделать бетон, мне нужен песок и гравий. Песок у меня есть, а гравий я сейчас буду копать. И еще бы в идеале вот этот булыжник заменить на контейнеры. Но этим, наверное, крипер займется. Я ему просто буду поставлять контейнеры, да и все. О, у меня тут как раз камней много. Надо просто взять железо или олово и наделать пластин. Только чего у меня больше, я даже не знаю. Вот железа в целом много. У нас в деревне хилер адаптированный. Надо его искать и калечить. Ох, ё-моё. Все, хилера снесли. Да, опасно тут. Надо вот где-то по центру накидать турель. У меня арахнида на доме! Была когда-то, но сейчас уже ее нет. О, начинается у нас суета, дамы и господа. Надо покушать яблоко, а то сейчас умру. Итак, я скрафтил цемент, для того, чтобы получить бетон, его необходимо поставить в воду. Ну, либо же поставить, а потом залить водой. Полстака бетона, его хватит мне на очень много турелей. О, как раз не зря делаю железные пластины, они тоже на турельки нужны. Там крипер что-то заранец возникал. Сейчас я ему свой подарю. Крипер, а ты где? Ух, ё-моё, что это такое? Какая-то фигня. Собака невидимая с ржавчиной. А, все. Калаша больше нет. Офигеть, что тут происходит? Диспатчер, арахнида. Еще и вторжение начинается. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно, тот. Ушел отсюда, шамок. Еще одна арахнида, я же убивал ее. Все, теперь ты летчик-истребитель. Да, турели срочно надо делать. Но только я не знаю, что в них вставлять. У меня у самого одно оружие осталось, и то мне его кто-то когда-то подарил. И эту турель необходимо будет автоматизировать. Для автоматизации нужен будет источник энергии. И самый простой это, наверное, обычный угольный генератор. Вот, два генератора готово. Затем мне надо сделать трубы. Хотя, может, они у меня и есть. Маловато у меня предметных труб. Что за фигня? Уйди отсюда. Но вот этого уже может хватить. Ну и два зарядника. Зарядник, ну, не так уж и сложно и делается. Только вот у меня стали нифига нет, придется ее делать. Что за звук такой странный? Свалили неформалы. Че тут, новые пилоты что ли? У тебя угля нет, ты не улетишь. Да, ё-моё, че оно все из рук выпадает? Отдавай сюда, нет ржавчины? Нет ржавчины. Можно сносить, значит, этого челика. Давай, иди на лугах пасись. Два шлема сразу выпало. Паразитов тут, конечно, дофига прям. Еще и вторжение идет. Я больше всего в ржавчину боюсь попасть. Это мое последнее оружие. Все, ладно, можно отсюда сваливать. Я надеюсь, у меня тут уже готова сталь. Да какого черта? Она даже не начала делаться. Обида. Ладно, я пока остальное сделаю. А, хотя провода у меня есть. Микросхемы тоже должны быть. Да, не хватает только стали. 50 обогащенного шлака на моей автоферме, нормально. Просто тут редстоун закончился, она перестала работать. Ну и если я ни про что не забыл, то на два зарядника мне должно хватить. Да, зарядная станция, все вот это есть. Далее в турель мне необходимо что-то засунуть. И это, скорее всего, будет Тесла. И для ее крафта как раз используется прям по минимуму пластика. А у меня он вообще есть? Мистер Дай Пластик, бомба фантастик. Если нет в фабрикаторе, то нет вообще, значится. Да. Пластика у меня нет. Как я буду решать эту проблему? Все предельно просто. Я отправлюсь на поиск данжей, набью там всякого контента и переработаю его в пластик. Что у нас тут по обстановке на улице? Башка бегает. Ох, ё-моё, сколько у нее всего.
И как мало шансов на выживание. Я не летал еще, наверное, вот куда-то туда. Ну а перед увлекательным путешествием я хочу зайти на сайт GetX, который, между прочим, имеет официальную лицензию, и в этом вы сможете убедиться лично. А еще у сайта GetX есть кэшбэк, которого нет ни на одной подобной платформе. Ребята дают своим пользователям кэшбэк до 50%, а для тех, кто зарегистрируется в августе, кэшбэк останется навсегда. К примеру, ты заигрался и проиграл немного монет, чего, конечно, лучше не делать. И каждые 3 дня ты будешь получать кэшбэк вплоть до 50%. И на нем не будет никаких ограничений. Его можно будет сразу вывести, ну либо же вернуться в игру и попробовать поймать мощный икс. Подготавливаю проверочный шаттл к пуску. Пока все хорошо и... Победа! Раз такое дело, топливо можно и побольше залить. Да ладно, неужели 2 раза подряд повезет? Ё-моё, все сюда. Ну раз на то пошло, то можно и ультануть. Я вот сегодня почему-то верю в свой успех. Только кэф до 1.5 сбавлю. Да куда? Правильно, сюда. Не, ну сегодня было слишком легко. И пора бы все это дело вывести. Осталось немного подождать, и средства будут получены. Сейчас на сайте проходит акция. GetX дарит 100 на баланс за репост из паблика ВКонтакте и 5 на баланс за подписку в Телеграм-канал. А также у сайта появилась возможность покупки премиума. Премиум-аккаунт за 500 позволяет получать ежедневно по 50 на баланс в течение 30 дней. Подключить его можно в разделе «Бонусы». Напоминаю, что всю полезную информацию можно найти в закрепе. И помни, можно как выиграть, так и проиграть. Хотя, мне кажется, мы уже полкарты точно обследовали. Даже невзирая на то, что она бесконечная, все равно полкарты. Надо границу мира поменять, а то отсюда невозможно вылететь. А, здесь уже были, значит придется лететь дальше. На антигравии, между прочим, летаешь прям очень быстро. Мне нравится эта штука. Сейчас, если этот пустой, я просто на 90 градусов налево развернусь и улечу. А, нет, уже пошли ресурсы. Правда, пластика здесь нет, к сожалению, но да ладно. Пластик, он не во всех данжах появляется. Но зато тут есть всякая прочная ткань и прочие вещи. И это все обязательно пригодится. Как минимум потому, что у нас сейчас много новичков на сезоне, и им надо тоже что-то делать. О, кстати, вот тут можно получить топливные баки. Да, причем еще и они заполненные. Эти топливные баки... А, их не переработаешь. Во, блин. Хотел из них пластика выжать. Но тут прям хорошо по ресурсам было. Вот, даже там в чате 2 прочные ткани просят. Я когда домой вернусь, дам тебе ткани прочные. Напомню только. О, а вот и 7 пластика. Как и заказывал. Лечу дальше. Зомби. Ты не понимаешь, что я из металлолома сделан? Ты мне ничего не сделал. Вот она карма тебе, зря ты меня бил. Давай, лупи его. Вот так вот. Я убил силой мысли. Я даже на левую кнопку ни разу не нажал. О, еще пластик и даже алмаз. Что-то я их, мне кажется, не встречал здесь никогда. Хотя, может, я не помню. Еще пластик. И еще... Вот такое ощущение, знаете, вот как будто кто-то в креативе летает чуть впереди меня и пластик мне подкидывает. Вот всегда, когда мне что-то надо, ну как всегда, в большинстве случаев, когда мне что-то надо, я иду и нахожу это сразу же. Типа это прикольно. А когда ты знаешь, что это еще как бы все честно, это вдвойне прикольно. Еще пластик. Ну, нет, все. Уже даже я не верю в то, что это честно. Пусть будет подкрутка. Я хочу, чтобы мне сюда какую-нибудь БФГ подкрутили. Можно так? Чувак, ты думал, что-то здесь будет? О, нет. Ну нельзя так нельзя. Там за мной эндерман гонится, но мне на него пофиг. Вижу цель, не вижу препятствий. Сколько уже пластика? 29 штук, это даже без переработки. Хотя мне тут перерабатывать нечего. Но вылазка одна из самых достойнейших. Вот еще и куча механических деталей. Не, ну тут, конечно, вообще шляпа полная. Ладно, все, возвращаюсь домой. Потому что, когда я летаю, людей немного пролагивает, а это не круто. Но иногда это делать приходится. Все, я на подлете. Я так понимаю, Крипер решил отстроить какой-то остров здесь. Он просто любитель островов. Ха, у него тут зомби живет. Давай, давай, пошли за мной. Я тебе устрою день ВДВ. Да ты задолбал, непонятливый балбес. Все, давай. Приятного полета. Необходимые ингредиенты раздобыты, и можно продолжать заниматься пушкой Теслы. Сейчас мне нужен будет карбон. И я уже понимаю, что, скорее всего, у меня огненного порошка недостаточно, поэтому магму в измельчитель, а сгустки магмы в центробежный разделитель. Огненный порошок идет в компактор, и в итоге я получаю огненный стержень. Дальше я закидываю алмаз и огненный стержень в химическую лабораторию. Или наоборот. Или не стержень, подождите-ка. Там огненный порошок, а я водный лошок. Ладно, ничего страшного, палки тоже будут нужны. Огненный порошок, алмаз.
ну и лавы. Все, процесс запущен. И все это добро я сжимаю в металлургическом прессе. О, диспатчер где-то. Палка Блейза мне нужна будет для создания механических деталей. Так что не такой уж я и водный лошок. Ну и делаю всего по два. Два ствола, два ложа. Ну мне еще нужны будут энергетические ячейки. Их надо на крафт сейчас засунуть побольше будет. Только вот у меня всегда проблема с проводами. Сколько бы я их ни делал, их никогда не хватает. И батареек надо, ну минимум по штук 8 будет скрафтить. В каждую турель причем. Все, процесс запущен. Ну а я пока пойду сделаю сами Теслы. Это что за беспредел? Чел на дереве стоит, камера скрытого наблюдения. Ему настолько пофиг, что это даже не его дом, а он тут теперь живет. Вон, живи в этом доме с Робекта. Это вообще дом Дрюни, но он, я так понимаю, не зайдет, он на работе. Две Теслы на месте. Что у меня тут по батарейкам? Ну вот, как раз хватит. Остальные мне пойдут. Ну и пора бы уже начать выстраивать эту шайтан-конструкцию. Убери свое дерьмо отсюда. Да хорош ко мне тэпать всех. Ты что, неадекватность? А, тут ржавчина была. Что за заподлицо такое у меня тут устраивают? Первую турель я поставлю возле своего дома. Да уйди ты, нечисть. Блин, я сейчас умру еще. О, арахнида лазит. Я еще, правда, забыл сервомеханизмы сделать, но да ладно. Как-то так это должно примерно все выглядеть. Хотя нет, можно даже упростить. А какого черта я загорелся? Я же просто стоял. Вода? Срочно? О, хорошо. Надо еще и попить тогда. Что-то умирать уже как-то не хочется, если честно. Ну что это за свинарник у нас здесь на базе? Ничего, сейчас я турель сделаю, по-другому вы запоете. Там арахнида прям под базой лазит, ломает нам тротуары. Во, вот так будет покомпактнее немного. Да, надо сервомеханизмы обязательно сделать. Твою мать! А что тут произошло? Ну, в принципе, что я спрашиваю, ничего хорошего не произошло здесь. Потаскаю, у меня инвентарь заполнен, я не могу ничего выкинуть. Хотя сейчас вот так сделаю. Да. Ну и жесть у нас дома происходит, конечно. Очень вовремя я начал турели делать, можно было даже еще раньше. Как же я много урона от них получаю, это просто невероятно. Итак, как это будет устроено? Отсюда будут забираться заряженные ячейки. А вот отсюда будут забираться разряженные ячейки. И это тоже надо настроить. Ё-моё! Меня шамарнуло случайно. Ну это опасно, конечно, но это самое эффективное оружие. Ну по идее все должно работать. Только пока они тут все не заряжены, это будет долго. Но турель чуть по чуть работает и... Ха! Типов вырубает! Сори, конечно, но блин, я ничего не поделаю. Надо, наверное, что-то другое туда все-таки ставить. И вот одну турель можно сюда воткнуть, потому что тут тоже скопление мобов очень большое. Ты только не адаптируйся, мне тебя нечем больше убивать будет. Все, убили. Неужели? Ща, подождите, покрутитесь там. Скоро вас настигнет кара полевого самовара. Вот, и еще одна система готова. Я сюда заряженную ячейку сразу закину, чтобы турель начала работать. На! Бам, ваншот! Гаси, чертей! Я, брат, не понимаю, к чему именно он адаптировался. Да, чувак. Блин, наверное, это не самое лучшее оружие. Может, лазерную винтовку лучше сделать сюда? Да, наверное, надо лазерные винтовки лучше поставить. Так будет побезопаснее для людей. Либо запретить по ночам из дома выходить, тоже как вариант. Ну, в общем, чуть-чуть я деревню обезопасил и в тот же момент сделал ее опасной. Теперь надо это все добро оставить здесь. Я пустые энергоячейки не положил туда, там нечему заряжаться будет. Теперь придется возле дома своего убраться. Ну и можно заняться производством контейнеров. А, тут еще у меня и пресс взорвало. А, ну вот он есть, он его Нет, нифига, это не тот. Ладно, сейчас сделаю новый. Уж поставлю его сразу к нормальному источнику энергии. Ну и закину железо. Еще, конечно, можно сделать ускорителей. Он называется обработка стаков. Крафтится несложно. Вот сразу два штуки. Энергии хватит. И теперь за одну обработку я получаю целых 6 железных пластин вместо 2. О, сразу сколько контейнеров скрафтил. Крипер, а ты где? Нам надо стенами заниматься. Я тебе контейнеров... Понял? Что-нибудь, нет? Я ничего не понял. Контейнеров дам тебе. А зачем он вышел? Кто будет тогда заниматься стенками? Я, что ли? Походу, теперь мне стенками придется заниматься. Ну ладно. Все на благо деревни. Ну давай, подходи, я тебе дам контейнера. А, точно, прочной ткани 2 надо было дать. А я и забыл. А где тебя искать? На. Все, за тебя лежит. Он кому-то полдома снес. Ну не специально, конечно. С благими намерениями все делается.
Диспатчер прокачался, значит. Не, ну тут его точно надо искать и калечить. О, здесь уже немного контейнеров даже есть. Что это за шпион? Чё с тобой, птичка-синичка? Летает тут, сбрасывает какие-то ошметки. Давай уходи отсюда. И вы тоже. Свалили неформалы. У меня еще антиграф разрядился. Я теперь из ямы вылезти не могу. Ладно, сейчас вот это вот закончу. А, я даже не вылезу здесь. Ну и пойду его заряжать. Не понял. И зачем у нас за пассажир тут такой, а? Сейчас я его здесь так вот оформлю аккуратненько. А, он даже не зашел еще, походу. Ну все, пусть посидит здесь, наказанный. Мне нужен обогащенный уран, а у меня такого нет. И что мне делать? А есть у кого в хате уран обогащенный? Просто так не хочется его делать. Тут надо и кислоты крипера будут сливать. Он-то обогащенный уран из себя ничего не представляет. Но кислоты крипера 10 ведер, это жалко. Барон, по-моему, жил где-то вот в той стороне. Все, пойду заряжаться. Только надо еще по пути воды где-то хапануть. А у нас как раз тут вот прудик небольшой. С большим взрывом. Рубек-то хату свою реставрирует. Да, нормальную нам порку ночью устроили. Что, кстати, по турели? О, все ячейки заряжены, отлично. Я его зарядил, засунул, он разрядился. И теперь я его буду снова заряжать. Ну вот, можно сказать, у меня два микрореактора. Ну что ж, пойду дальше тогда заниматься стройкой. Тут не так уж и много осталось. Да и до наступления ночи тоже не так уж и много осталось. Время поджимает. О, тут есть контейнеры, хорошо. Ну вот уже больше половины я сделал, это точно. Только рва здесь не хватает. Тут кто-то додумался вход сделать. Вообще в Тачгане есть хорошие ворота, вот можно их понаставить. Но это надо пойти будет их потом еще сделать. Пока самое главное это стены. Ух, ё-моё. Ушла. Йо, вот это урона. Кстати, сколько у меня магазинов? О, еще 17. Стрелять, перестрелять тут всех можно будет. Руптор какой-то угашенный. У меня пол хп. По мне еще скелет стреляет. Это круто. Все, я на базу. О, да. Лонгарм босс 2 уровня. Нам сейчас будет очень хорошо. Надо его, наверное, на турель вести. Сейчас он бомжа съест какого-то по пути. А что так этих чертей здесь много? Давай за мной иди. Не отставай. Как же они легко перелазят через стены. Только не убейте меня. Давай, 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 под турелечку. О, он еще эффектами разбрасывается. Все, начинай гасить их, салабонов этих. Они мне дом ломают! Спасибо вам! Турель, по-моему, все. Кирдык. Да, она восстанавливается. А этот черт мне ломает весь дом. Круто! Я пойду его руками убивать. Я еще сплэш получаю. Блин, зачем я его к дому привел? Что я сделал, а? Это ГГ вообще. Он же тут все уничтожит. Турель, оживай, пожалуйста. Ой-ой-ой. Он на меня облако кидает. Не знаю, рукой его бить опасно. Он меня сейчас может шотнуть просто. По-моему, хана нашей деревни, ее захватили. Хотел спасти деревню, привести моба к турели. И что я за это получил? Где справедливость в этом мире? Уходи отсюда, сундук. Ну умри, пожалуйста. На. О, что? Вот это у меня великий удар. Я даже не ожидал, что я ему с одной тычки как бы этот гроб сделаю. Что у меня тут? Ну приборы не тронул и славненько. Я, наверное, сейчас наделаю контейнеров. Кстати, еще ядерные микрореакторы какие-то мне прилетели в инвентарь. Откуда, правда? Сейчас надо быстренько тут реставрацию забубенить. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, с турелью надо что-то делать, или она меня сделает. Ой, я буду восстанавливать свой дом по мере его разрушаемости, чтобы проследить, какие элементы страдают сильнее всего. А, нет, тут кирпичи можно оставить, потому что там снизу еще контейнеры есть. А вот здесь контов надо понакидать, да желательно побольше. Ну вот, сейчас немножечко побезопаснее здесь. Вот, сейчас вам покажу. Так вот, пару вот этих моментов еще надо устранить. Ну и все, а там сосед уже контейнерами пообставлялся, да, хорошо. Ну и так как сейчас на улице должно было уже наступить утро, а именно так и произошло, я продолжу застраивать стены. Мне осталось, ну, совсем немного. Опа, кабан, ты че заразился-то? Нормально ж общались? Ну вот и все.
Стены готовы. В идеале бы, конечно, сюда вот такой слой поставить, но только, наверное, он не будет работать. Это надо ждать крипера и на него просто скинуть. А то что, у нас такая большая деревня, я один, что ли, строить буду? Так-то материалами я его как бы снабжу без проблем. Подождите, а это что за пассажир такой тут? А, это ловушка! Железная какая-то ловушка. Давай сюда свои слитки мне. А сколько ж тут его паразитического дерьма-то осталось? А, у меня инвентарь полный, я думаю, что он не подбирается. И, кстати говоря, я в прошлой части начинал чаровать себе сет, но суть в том, что я как бы начал, но не закончил. У меня есть улучшение на защиту, но мне надо 4 книги на огнеупорность. И вот как раз она у меня тут вся сделалась, только для того, чтобы их соединить, мне нужен опыт. Сейчас есть у меня 20 уровень, и в томе, ну, прям совсем мало. Я сегодня не умирал, убивал, ну, не скажу, что прям много, но предостаточно мобов, значит, мне нужно убивать их еще больше. А для этого мне надо сделать какую-то нормальную ангилляторную пушку. И, скорее всего, сделаю я Теслу. Либо же я сделаю лазерную винтовку, а Теслу заберу себе. Вот, наверное, так я и поступлю. Так что вот эти контейнеры и прочее я скидываю в ящик. Для лазерной винтовки мне нужен будет лазерный фокус. И, скорее всего, мне придется воспользоваться чьей-нибудь реакционной камерой. Либо же забрать отсюда всякие слоты крипера и не париться. Для этого тогда мне придется сделать резервуар. Что это за скример такой стоит тут? И мне надо будет тогда в магмум... А, не надо будет. У меня уже тут все есть. Натягал я сюда красного камня, его надо теперь слить, ну и закинуть алмаз. Какая там начальная интенсивность-то? Все, лазерный фокус готов, но у меня настолько мало ресурсов, что мне попросту надо сходить в шахту. Я не знаю, конечно, может мне хватит сейчас, но я что-то не уверен особо. А вот и ствол лазера. О, вторжение с криперами. Какая же сейчас джепа будет? Мои убить паразитов, у них мои ресы. Блин, у меня оружия нет. О, хорошо. Ты можешь всю электрику к проводам этим ставить, либо подводить свои провода. Сейчас я тебе с паразитами помогу, попробую. У меня просто нормального оружия еще нет, я его только крафчу. А где тебя искать? Вот, я тебя вижу, куда идти. Фа! Что это было сейчас? Чувака просто завалила турель. Да, тут надо определенно что-то менять. Она как бы и помогает, и в тот же момент нифига. Не, я не хочу смотреть на это, мне просто стыдно за то, что я сделал. Вроде как бы я и помогаю людям, и убиваю их одновременно. Ну, чтобы не втыкали. Интересно, он сразу умрет или выживет чуть-чуть? Может, и я сейчас умру? Ох, ё-моё. А шансов все больше и больше на смерть. Я просто не понимаю, зачем он вообще изначально туда пошел. Это же гиблое дело. Это даже для меня может гиблым делом стать. Не-не-не-не. Не, я походу тебе не помогу. У меня самого пол хп. Я сейчас себе морковки золотой наделаю. Вон, опять штук хватило как раз. Нормально, быстро отхилюсь. Все, лазерная винтовка готова. Сейчас надо тут поменяться аккуратно. Опа. А вот с этой уже я буду гонять. Ну, по идее, все. Можно ходить набивать себе левел и набивать паразитам морды их. Страшные, некрасивые. Ох, сейчас опыта у меня будет. Давайте только без ржавчины. У меня пластика больше нет. Давай сюда опыт. Это что за ящики? Понял. Какой-то паровоз он собрался строить, но только тут все пусто. Еще и баранины жареные нафармил. У меня в книге уже 1000 опыта. Можно, конечно, попробовать. Вдруг мне хватит. Сейчас я тут гадости немного позачищаю, каких вижу. Поехали! Ага, и приехали. Наковальни больше нет. Наковальня вернулась к жизни. А я продолжаю... Ага, а я продолжаю книжками заниматься. Ну вот я сделал 3 огнеупорности. Мне нужна еще одна. Все, опыт мой закончился. Мне надо еще примерно столько же, чтобы это все зачаровать. Опа, это что у нас тут такое? Как же он жестко броню ломает! Просто наполовину прочности снес. Вот это жук-говнюк. Зато у меня сразу 20 левел. Ну и все, 4-я огнеупорность у меня есть. Чтобы наложить на шлем, мне нужен 11 уровень. 11 тут... А, будет. 11 и 8. Надо фармить дальше. Можно, конечно, в подземку спуститься, но страшновато немного. А, тут у нас арахнида обитает. Сейчас я тебя вытащу отсюда, гадюшня, не переживай. Что, с него даже опыта не насыпят?
Что-то непонятно, я ему то мало снимаю, то вообще пол лица сношу. А вот он, кстати, диспатчер. Ё-моё! Валить, 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 валить отсюда! Иначе хана мне. Блин, а я и не свалю. Фу, я успел ее завалить. Это было опасно. Зато как много опыта сыпет. А, тут кто-то умер. Но я какую-то часть ресов даже подобрал. Тут еще, наверное, что-то в кисте валяется, но я это, наверное, не найду уже. Не, мне надо диспатчера сносить. Почему так много урона? Ну, диспатчер, умри, пожалуйста. Ну, что, тебе сложно, что ли? А, ну он уже ко всему адаптировался. А чем его убить? На. Ко мне только одна сумка моя вернулась. Понял. Ресы, по-моему, все мои. А, я даже не запрыгну теперь сюда. Кто додумался эти заборики поставить? Ну что, попытка не пытка. О, тут Рубек-то уже насаживает. Мне кажется, он добил диспатчера. Хотя нет, он его прямо сейчас добивает. Да уйди, гадость! А, он себя взорвал еще. А, тут еще один. Да скотобаза! Руптерная! Я снова умер. У меня даже запасного оружия нет. Да, тут уже куча баранов всяких, руптеров. Сейчас мне еще хватать все, что можно будет. Да, мне бы так вот быстренько пулеметик или что-нибудь такое взять в руки и пострелять эту гадюшню всю. А, да? А, да, ржавчина у тебя. Ну, я все понял на самом деле. На, тут вот часть паровки какая-то осталась. Это вот точно не мое. О, неужели? Я даже вернул почти все. Короче, его надо сжигать, я так понял. Давай, погори немножечко. Тебе полезно будет. О, все! Убили, черта. Основу подобрал, мне пока что хватит. Вот этого еще убить только гада, который мне бронь ломает. Ведь она еле живая из-за него. Нет, я этот сет, наверное, чаровать даже не буду. Я это на потом все оставлю. Потому что это уже бессмысленно, он сильно побитый. Ну, нам и взбучку, конечно, устроили. После такого хочется, знаете, взять и попробовать повыживать на 8-й стадии. Кстати, этим, возможно, мы займемся уже в следующем сезоне. Потому что этот сезон... подходит к концу. Многие говорят о том, что у меня какие-то сезоны незавершенные, но завершенность сезонов заключается в том, что вот когда ты понял, что все, тебе больше нет смысла играть на этой карте, вот тогда он и завершен. Но лично у меня это все работает так. Просто, честно говоря, мне уже здесь особо нечего делать, я понимаю, что можно заканчивать и переходить к чему-то новому и более интересному. Огромное спасибо тем, кто посмотрел все серии. Если вы этого не сделали, то очень скоро на канале выйдет отдельный выпуск, куда я соберу прям все серии этого сезона и покажу их вам. Спасибо за лайки и подписки, и до новых встреч!